В Элисте на территории пожарной части номер 18 состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту, посвященные 96-й годовщине со дня образования пожарной охраны Республики Калмыкия. В соревнованиях приняли участие 11 команд. Огнеборцы состязались в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и боевом развертывании. По итогам состязаний бронза у команды 18-й специализированной пожарно-спасательной части Элисты, серебро у огнеборцев 1-й пожарно-спасательной части Элисты, а золото завоевала команда 13-й пожарно-спасательной части Малодербетовского района. Данные соревнования проводятся в целях популяризации пожарно-спасательного спорта, здорового образа жизни, вовлечения молодежи здоровому, как я говорил, образу жизни, развитие материально-технической базы пожарно-спасательной части, и в целом пропаганды, как я сказал, здорового образа жизни.